меня была проблема серьезная с сыном. У него было давление высокое, 220, он попал в больницу. Месяц нас капали. Диагноз нам точно не поставили, почему именно так. И нам назначили, после прокапывания, назначили противогипертонические таблеточки, как бабушкам и дедушкам, от которых он просто падал в обморок. Ничего себе. Я перестала ему давать их под мой риск, потому что другого выхода нам не давали. В общем, у меня плохой опыт с врачами, к сожалению. И в первую антипаразитарку в течение месяца у нас на протяжении вот этого месяца мы выписали полностью весь кусок камушки. Да, через месяц... Это у ребенка в 14 лет такие проблемы 11 были? 11 лет. 11 даже. Лет. Мы уже до этого 2 года лечились, у нас были проблемы с эндокринной системой, уже пошли изменения, нарушения, вернее, ненормальные. Вот, и вот 2 года ничего не менялось. Мы просто продолжали пить витаминчики, как всем рекомендуют эндокринологи в наше время. Вот, значит... Пропилен одну антипаразитарку, месяц пропустили, потом опять сразу же вторую антипаразитарку. Ребенок, ну, в течение 6 месяцев, где-то до 8, он похудел на 6 килограмм. Во-первых, он стал такой страняшечкой, и все у него наладилось. Через какое-то еще время, не помню точно, по-моему, до года мы пропили еще Кхел. То есть 2 антипаразитарки точно, потом мы добавили Кхел. Буквально до года... Он пошел в рост, это на сантиметров 10 вырос. У нас в течение года нормализовалась полностью эндокринная система. Мы перестали пить вообще все таблетки, мы просто начали его прочищать раз в год. Сначала, вернее, 2 раза, потом немножечко мы с погоду. Вот сейчас ему уже 27 лет, слава богу, все отлично, у нас нет никаких проблем. Ребенок каждый год уже сам себе покупает колобаду, пропивает полностью. Что результаты такие. Отлично, спасибо большое. Пожалуйста.